Товарищ президент, горячие линии связи с Соединенными Штатами Америки готова. Можем начать. Господин президент, горячие линии связи с Советским Союзом готова. Окей. Добрый вечер, господин президент. А у нас, господин президент, пока еще доброе утро. Надеюсь, это единственное разногласие между нашими странами. Я тоже надеюсь. Но наша встреча в верхах под угрозой срыва. Как? Все договорено. Через 2 недели на Гавайских островах. Да, да, но наши налогоплательщики протестуют. Они обеспокоены деятельностью в Америке русской мафии. Господин президент, давайте обменяемся. Кто эта русская мафия? Ваши эмигранты. Русская мафия уже переплюнула итальянскую Коза Ностру и японскую Якудзу. Господин президент, может, вы несколько преувеличиваете? Может, не стоит драматизировать? Я, конечно, дико извиняюсь, господа президенты, но сколько можно занимать телефон? Мне же нужно срочно дозвониться в Одессу. Бог мой, кто это? Как кто? Рабинович. Какой Рабинович? Откуда? Как откуда? Рабинович из русской мафии. Послушайте, товарищ, мистер Рабинович, вы что, не понимаете, что это сверхсекретная горячая линия? Ну, секретная горячая, а по обычной вы когда-нибудь с Одессой говорили? Я извиняюсь, но я вас отключаю. Я предлагаю тост за то, что стало возможным только в наше время. Перестройки, гласности и демократии. За нерушимую дружбу Комитета государственной безопасности СССР и Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. КГБ, ЦРУ, дружба на вечные времена. Да, как сказать русский пословец, гусь свинье не товарищ, а брат. Итак, господа товарищи, совмещая приятное с полезным, хочу ознакомить вас с программой дружеского семинара КГБ ЦРУ. Ну, главное, конечно, это братский обмен секретной информацией. Списки агентуры, схемы расположения секретных объектов, шифры, пароли, явки, ну и т.д. и т.п., понимаете ли. Ну, а кроме рабочей программы, культурная. Посещение русского балета, коллективный молебен в одном из храмов, поездка в колхоз, прогулка по Арбату. Ну и еще придумаем что-нибудь. А сейчас небольшой сюрприз. Ну как? Слушаюсь. Есть. Вас, шеф. Товарищ генерал. Слушаюсь, господин президент. Есть, товарищ президент. Это Брайтон-Бич. Место в Нью-Йорке наибольшего скопления советской миграции. Где-то здесь находится штаб и русской мафии. Ресторан «Ланжерон». Здесь собираются мафиози. Атлантик-Сити. Казино «Золотой Дюк» контролируется русской мафией. Джек, ну вы же все знаете. Надо брать. Брать надо. Кого брать, Сёпа? Мы уже брали несколько мелких мафиози, но мафия есть, пока есть ее главарь. А вы его не знаете? Немножко знаем. Вот он. Гитлер? Он. И это тоже он. Наполеон? Да, Бонапарт. И это он. О, мой друг Саддам Хусейн. Да, да, ваш друг. Отелло.
Ну, артист. Это и есть его кличка, артист. Человек с тысячу лиц. Настоящего его лица не видел никто. Я не понимаю, Джек. Неужели ваша мощная организация не может справиться с какой-то мафией? Это не какая-то мафия, Степа. Русская мафия. Более того, советская. А психология советской души не укладывается в нормальный американский голова. С русской мафией может справиться только русский специалист. Ну, если русский, то есть один замечательный парень в Одессе. Суперагент. Один? Это невозможно. Один не справится. Разрешите доложить. В настоящий момент наш суперагент выполняет задание, с которым не смогла справиться вся одесская милиция. Гражданка, пройдемте со мной. С тобой? А что, у ментов завелась валюта? Так пойдешь или в наручниках? Ну? Да ты чего, чего? За мной ничего нет. Посмотрим, пошли. Куда это? Куда привел? В ментовку, так в ментовку. Ты чего, спятил? Так это ты, маньяк! А это я, но ты узнал об этом слишком поздно! Ты-то мне и нужен! Полковник Петренко, докладывает капитан Соколов. Слухаю тебя, сынок. Докладываю, что моим личным методом ловли на живца обезврежен кровавый маньяк, насильник и убийца женщин, действовавший под маской сотрудника органов. Ты там, его Федор не очень дотянет до суда. Жить будет, а насильничать больше не сможет. Добрый. А ну, давай его сюда. Есть. И завтра в отпуск? Нет, Федор. Завтра срочно в Москву. Четыре, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вот теперь все. Вы выиграли пари. Да ладно, ладно, прощаю. Нет, 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 нет. Как говорит русский пословец, договор дороже мани, а? Понял. Что? Все на выход. Всем сотрудникам КГБ срочно на выход. Дело. Почему применен особый способ прибытия? В Одессе забастовка авиадиспетчеров.
Железную дорогу перекрыли экстремисты. Автотранспорту перекрыли бензин нефтяники. А миноносец КГБ, Железный Феликс, арендован кооперативом для круиза по Черному морю. О, ну тогда другое дело. Сокол ты, Орлов. Сокол! Разрешите доложить? Я не Орлов, я Соколов. Ну да. Так точно. Ну тогда Орел ты, Соколов, Орел! Ну, как оперативная обстановка в Одессе? Что передал полковник Петренко? Полковник Петренко велел передать вам это. Все с личной фазенды полковника Петренко. А колбаску полковник лично коптил для вас. Капитану Соколову медаль, полковнику Петренко орден. А можно полковнику Петренко вместо ордена именной пистолет? Зачем именной? Сдает старик. Стал забывать, как его зовут. А так глянет, вспомнит. Да, да. Приказ. Служим Советскому Союзу! Хорошо служите, но предстоит еще лучше. Вы направляетесь в Соединенные Штаты Америки с особым заданием. Ликвидация русской мафии. Главная задача – найти и обезвредить главаря по кличке Артист. 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 Есть такая партия! Замечательная партия наркотиков из Таиланда! Решительно и немедленно реализовать эту партию архи нужно и архи важно! А теперь я хотел бы узнать, как обстоят дела у товарищей на местах. Товарищ Кац. Ну, что может сказать товарищ Кац? То же, что и всегда. Контора Кац работает как часы. Подделка кредитных карточек American Express принесла нам еще $1.5 миллиона. Браво, 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 браво. Браво, товарищ Кац. Что новенького у товарища Насрулаева? Как вы сами заметили, уважаемый артист Джан, импорт кокаин из Азии проходит, экспорт героин Европа уходит. Слава Аллах. Хорошо. А как дела у наших кавказских товарищей из Атлантик-Сити? Дела батону артисты идут очень хорошо. Крапленые изотопами колоды, специальные очки, отражающие карты партнеров, и магнитные уловители рулеток. Только вот, понимаешь, Казарян... Так что, Казарян? Немножко увлекается. Немножко. Немножко оставил себе выигрыш 5, 10 тысяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Товарищ Кравчук, надо разобраться с товарищем Казаряном. Срочно, одна нога здесь, другая там. Так уже сделано. Одна нога Казаряна тут, другая в Чикаго. А голова вообще в Филадельфии. Голова в Филадельфии? Надо непременно помочь вдове товарища Казаряна и его сироткам. Непременно. И к делу, товарищи, к делу, к делу. Нам надо сосредоточиться на нерешенных задачах. Ах, и главнейшая из них – операция «Шейх». Дело пахнет миллиардом. Ответственный за операцию – товарищ Кравчук. Слушаюсь, артист. Да чего вы испугались этой гранаты? Она же ручная. Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет вовсе никакой. Рай земной козел какой-то выдумал, здесь и там один и тот же бал. Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал, ну а кто-то что-то прогадал. Hello, Америка, с другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Пусть от Брайтон-Бич до Дерибасовской по небу летают корабли. Между Брайтон-Бич и Дерибасовской
годы непростые пролегли. Тяжело здесь или замечательно? В детство ты билетик не возьмешь. Ставит жизнь диагноз окончательный, и к врачу другому не пойдешь. До Дерибасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерибасовской разницы, конечно, никакой. Ни себя, ни вас дурить не стану я. Где и что ты не предпринимай. Жизнь, она повсюду та же самая. Дни свои прокашлял и гудбай. Hello, Америка, с другого берега. Ты раем кажешься и выглядишь окей. Hello, Америка, с другого берега. Ты раем кажешься и выглядишь окей. Лонжерон. Не ходите туда, не ходите туда! Там мафия! Тихо, спокойно, спокойно, приятель! Кто мафия? Кто? Все мафии! Все до одного, слушайте, это же хосиное гнездо! Еще тише, еще спокойнее. Знаете кого-нибудь в лицо? Я всех знаю, всех до одного! Всех бандитов, всех паразитов! А может, знаете и артиста? Ах, они там все артисты! Вы попробуйте, как разбавляют! Разбавлено? Жутко разбавлено. Слушайте, я понимаю, когда в Одессе нам разбавляли пиво. Но разве мы приехали в свободную страну, чтобы здесь нам разбавляли водку? Слушай, а так-то... Слушайте, что это мне так знаком? Ваш портрет. Исключено. Как вас зовут? Меня зовут дядя Миша, меня все знают, все уважают. Меня так и называют дядя Миша. Дядя Миша! Дядя Миша! Я же говорю, меня все знают, все уважают. О! Идиот! Зайдем в ресторан. Посидим, поговорим, посмотрим. А еще вон тот вон, вон мордастый. О, Самсон Семенович! Он вообще жуткий мафиози, чтоб я так жил. За 50 долларов он вам вставляет проволочку. Электросчетчик крутится в совершенно противоположную сторону. Так что уже не вы платите электрокомпании, а еще компания должна вам. Вот так. О, это Мира Борисовна. Вон она танцует одна. Но с тремя подбородками. Так она вывезла сюда кучу платины. Она всей семье сделала платиновые зубы. Себе, мужу, младенцу полутора лет и даже собаке с кошкой. И так вывезла. Правда, потом собака не дала их снять. Так и ходит с платиновыми зубами. Слушайте, но мне решительно знаком ваш портрет. Пить надо меньше. И вообще, у вас есть информация посерьезнее? О! О, вот вам серьезное. Говорят, этот имел драку с Гореликом. И зарезал двоих. И на свободе? Что, не было свидетелей? Так он как раз свидетелей зарезал. На Горелику только морду набил. А сейчас, родные и близкие, наш ансамбль
Поздравляю дорогую Софочку с ее 16-летием! Sweet 16! Так, мне все ясно. Я пошел. Да-да, мы пошли. Мы пошли, дорогая, мы пошли. Дорогая Софочка, твою любимую песню исполнит несравненная Маша Звездная. Промчались, пролетели эти годы. Пора неповторимая, когда то белые мне снились пароходы, то быстрые, как ветер, поезда несбывшихся снов. Чуть слышное эхо опять мне уснуть не дает. Но поезд уехал, мой поезд уехал, уплыл без меня пароход. Уехал, уехал, мой поезд уехал, уплыл без меня пароход. Наверное, это вновь судьба смеется, но в этот раз меня не проведет. Я знаю, что мой поезд не вернется, и белый пароход не приплывет. Не сбывшихся снов чуть слышное эхо опять мне уснуть не дает. Но поезд уехал, мой поезд уехал, и белый уплыл пароход. Уехал, уехал, мой поезд уехал, уплыл без меня пароход. Браво! Кто она? Это наша новая звезда. Она приехала из Калифорнии. Говорят, ее вывезли из Одессы еще в младенческом возрасте. Но если ты родился в Одессе, то это навсегда. А сейчас наш музыкальный привет дорогому гостю из Одессы, суперагенту КГБ Федору Соколову, прибывшему к нам для борьбы с нашей мафией. А! Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули. Я же говорил, что мне знаком ваш портрет. Это же в сегодняшней газете совместная акция КГБ ЦРУ. Вот яркое свидетельство порочности социалистического колхозного строя по сравнению с капиталистическим фермерским хозяйством. Кошмар! Степа, у вас что, все колхозы такие? Ну что ты, Джек, что ты? В километре отсюда колхоз-миллионер. Но прошли, дорогой ты мой, те застойные времена, когда мы возили гостей в образцовое хозяйство. У нас теперь, понимаете ли, гласность. Приказано показывать самое отсталое. Товарищ генерал, суперагент прибыл на место и ждет дальнейших указаний. Надо передать ему пароль и место встречи с нашим суперагентом. Да. Также особое задание по ведомствам. Полковник Семенов. Есть! Полковник Дынин. Полковник Кораблев. Есть! Немедленно передать шифровку. Слушаюсь. Да куда? Текс.
Кто там? Ты куда? Тихо. Вы агент КГБ Федор Соколов? Ну, допустим, я. Значит, я на месте. Ты что? Да ты что делаешь? Спокойно, коллега. Так надо. Дедушка Моня уже принимает для вас шифровку из Москвы. Следуйте за мной. Пошли. Черт побери! Ну как же я мог перепутать время, а? Ничего, ничего. Разница 8 часов. Москва, Нью-Йорк. Ну вы не волнуйтесь. Мой Моня все примет. Он в войну шифровальщиком был. Ты представляете? С тех пор не может остановиться. Нас из-за этого долго из Союза не выпускали. Потому что Моня помнит все шифры генерального штаба. Нашего генерального штаба? Да нет, немецкого. В 43-м году. Прошу. Давайте. Здрасте. Дедушка, агент Соколов доставлен. Тихо, Сёма! Секретные переговоры Саддама Хусейна с Тель-Авивом. Тихо! Ай-я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 й. Я как чувствовал. Настоящая фамилия Саддама Хусейна – Адик Гусман. Поздравляю. Но меня интересует шифровка из Москвы. А, примитивный шифр КГБ, ничего с войны нового не придумал. Вот, вот, пожалуйста. Спасибо. Так, так, так. А это что? Вы не ошиблись? Вы меня обижаете, я никогда не ошибаюсь. Проверяйте, пожалуйста. Вам особое задание. Полковник Семенов 4863, правильно? Полковник Дынин 5285, правильно? Полковник Кораблев 6612, правильно? Вы меня обижаете. Да, но что означают эти цифры особого задания? О, это даже я понимаю. Полковнику Семенову джинсы 48 размер. Для жены 6 размер колготки, 3 пары. Полковнику Дынину джинсы 52 размер, 5 колготок. А полковнику Кораблеву? Ну ладно. А где пароль? На связь с агентом ЦРУ. Сейчас, сейчас, сейчас. Сёма, ты не видел такую желтенькую бумажку? А? Желтенькую? А я ее уже съел, как ты меня учил, дедушка. Ой, идиот! Я еще не прочел, а ты ее скушал. Ничего, товарищ агент, Москва снова передаст, я снова споймаю. Да нет. Следующий сеанс связи только через 3 дня. Дайте это ребенку. Нет, нет. Ребенок, конечно, виноват. Но он же еще ребенок. Лучше убейте меня. А еще лучше... Убейте Моню. Спокойно. Это слабительное. Буду ждать в кафе напротив. Сёмочка. О, милости просим. Добро пожаловать, пожалуйста, сюда. Доброе утро. Здесь вам будет удобно. Чашечку кофе, пожалуйста. Слушаюсь. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Сколько я вам должен? Боже упаси, это Кац вам должен. Кац, это я. Вы должны мне? Ну, не вам лично, я имею в виду КГБ. О, если бы не КГБ, разве я был бы в таком порядке? Если бы не КГБ, я бы до сих пор мучился доцентом в Одесском университете. Ну, не буду мешать, приятного аппетита. Спасибо. Соколов. Я. Доложите 5-ю заповедь разведчика. Разведчика может погубить красивая женщина. Отсюда вывод. Разведчик должен сам погубить красивую женщину. Вывод неправильный. Правильный вывод. Разведчик должен красивую женщину игнорировать. Какая встреча! Славный агент КГБ, один и без охраны. Занято!
Здесь полно свободных мест. Что с вами? Вчера вы себя вели более галантно. Выпьемши был. Товарищ агент! Товарищ агент, все готово! Угу. Шифровка восстановлена, Мони вас ждет. Спасибо. Встреча агентом ЦРУ по 10 утра, кафе «Фортуна», третий столик. Парол. На Дерибасовской хорошая погода, отзыв на Брайтон-Бич, опять идут дожди. Так, спасибо. Мне пора. Ах, адская работа. «Фортуна», так. Ага. Раз. Второй. И три. Вы все еще здесь? Я же сказал, здесь занято. Но я хочу вам сказать... А меня не интересует, что хотите сказать вы. Я сказал, занято. У меня здесь важная встреча. Но у меня, представьте, здесь тоже встреча. И не менее важная, чем у вас. Поищите для встречи с каким-то вашим идиотом другое место. А встреча с этим идиотом у меня именно за этим столиком. И я вам сообщаю, на Дерибасовской хорошая погода. Да к черту разговоры о погоде! Сколько можно вам твер... Что? Что вы сказали? Я сказала, на Дерибасовской хорошая погода. На Брайтон-Бич опять идут дожди. Ну, слава богу. Мэри Стар, ЦРУ. Федор Соколов, КГБ. Это надо же, вы и вдруг агент ЦРУ. Сюрприз. Хотя не скрою, приятный. А я уж был загрустил. Знаете, так одиноко на чужбине. Но теперь совсем другое дело. Мы сработаемся. Мы отлично сработаемся. Прошу к столу. Выпьем за успешное начало нашей совместной деятельности. Мэри! Маша, ну где вы? Я в ванной. Идите сюда. Так. Это новейшая разработка. Автоматический отключатель. Душ прекращает работать, если вдруг вместо воды подадут серную кислоту. Вы полагаете, кто-то захочет искупать меня в кислоте? Русская мафия способна на все. А я отвечаю за вашу безопасность. Ну, тогда я спокоен. И мы можем, наконец, выпить за успешное начало нашей совместной деятельности. Мэри, Маша. Мэри, ну где же вы? Я здесь! Запасной вход очень удачно расположен, если придется вдруг уходить. Прекрасно, ну мы можем наконец выпить за... Нет. Кажется, я что-то еще не проверила. Ах, господи. Спальня? Да. Прошу, перед осмотром спальни выпьем за успешное на... Потом. Я проверила. С точки зрения вашей безопасности, спальня в полном порядке. Федя, кажется, вы предлагали выпить. Да-да, непременно выпьем. За хорошее начало нашей совместной деятельности. А давайте лучше на брудершафт. Давайте. Пристрелю, как собаку. Бешеную? Да. А я думал, мы сработаемся. Сработаемся. Хотя, как агент, вы уже, к сожалению, раскрыты. Газеты еще вчера дали полную информацию. Какой-то кретин проболтался. Кретин? Агент Мэри Стар, сообщаю государственную тайну. Этот кретин... Я. Что? Вы сами себя раскрыли?
Зачем? Затем, чтобы сработал мой метод. Ловля на живца. А, давайте я пришью. Спасибо. Я сам. Садитесь, товарищи. Я, конечно, не Гоголь. Но, как говорится в бессмертной комедии, ревизор. К нам приехал агент КГБ. Какие будут предложения, товарищи? Слушаем вас внимательно, товарищ Кац. Кац предлагает... Кац предлагает сдаться. Русские не сдаются, товарищ Кац. Я предлагаю тому одесситу пару лишних дырок в голове. Интересное предложение, но не своевременное. А как ты думаешь, Лаврентий? Срулича шмаритема. Ту адрия миси мокула, машину да мой скинос. Сорет Лабарагов, товарищ Цуладзе говорит, если рано убить, значит, надо его купить. По-моему, очень правильно говорит товарищ Цуладзе. Это он. 10 шалабанов. А я говорю, не он. 15. А я говорю, он. 20. А вот и не он. 25. О, скажите, гражданочка, это Николай Угодник? Да ты что, голубчик? Это святая Мария Магдалина. Ну? Ну, не здесь же, не здесь. Пойдем. 8. Товарищ генерал, разрешите обратиться? А, капитан. Как служба? Служу Советскому Союзу. Есть проблемы? Архиепископ не присваивает очередного звания. Значит, не 12. Положено? Чего не положено? Вон, Семенову мула в мечети давно майора дал. Ислам – это очень тяжелый участок работы. О, очень. Слыхал? Ну, а у нас что, легкий, что ли? Не, я лучше уйду в синагогу. Что? Это безобразие! Я вас выведу на чистую воду! Я требую жалобную книгу! Я требую жалобную книгу немедленно. Да на, подавись, алкаш. Я вам напишу. Напишу. Пиши, грамотно си. Проститутка. Чего шумим, дядя Миш? О, вы будете свидетелем. Это мафия. Вы думаете, это настоящие отечественные товары? Нет. Они пишут волна. Так. А запихивают туда французский камамбер. Вчера я открыл банку килик, и что вы думаете? Это же сплошной лосось! А колбаса? Положь колбасу. Написано молодежное. Ага. Ха-ха! Так это же чистой воды телятина! А где крахмал? А где, я извиняюсь, туалетная бумага? А где хоть какой-нибудь наполнитель? Нет, вы посмотрите сами, вы посмотрите. Ну вот. Товар качественный, а вы говорите, мафия, мафия. Вы не поверите, но это вам. Алло, Мэри? Клюнула.
Я говорю, клюнула. Я же говорил, они сами найдут меня. Встреча сегодня. В Атлантик-Сити. Казино «Золотой Дюк». Наденьте это. А, вечерняя форма одежды для казино? Да. Спасибо. Да. Ну как? Посмотрим. В чем дело? Что за шуточки, агент Мэри Стар? Это не шуточки, агент Федор Соколов. Сейчас я спокойна. Бронефраг японской фирмы Ясукин Сан абсолютно надежен. А если бы он оказался бракованным? О, это была бы трагедия для фирмы. Мы бы отказались от ее услуг. Я предупреждала. Но в этом костюме я чувствую себя в полной безопасности. Добрый день, господин Соколов. Вас ждут. Птичка залетела в клетку. Угощайтесь, господин Соколов. Угу. По эскалатору вниз в конце зала. Вас ждут. Спасибо. Он пришел. Люди будут заняты. Добрый день, господин Соколов. Прошу в кабинет. Вас ждут. Угу. Прошу, господин Соколов. А, дорогой, давно, давно ждем, дорогой. Проходи, дорогой. Артист, агент доставлен на место. Присаживайся, угощайся этим маленьким бокалом. Но с большим чувством. Для этого меня сюда и вызвали. Вот почему вызвали? Пригласили посидеть, поговорить. Немножко поиграть. Очень хорошая игра карты. Вот. Талант. Вайме. Игра зависит не от таланта, а исключительно от везения. Вот у меня такое ощущение внутри, что тебе сегодня обязательно повезет. На 100 000 повезет. А может на 150? Может быть на 200 000. Если ты сегодня же уедешь к своей маме, дорогой. И это все? Почему все? Может быть повезет на 300 000. Ясно. Но я буду вести переговоры только с артистом. С каким артистом? Что за артист, дорогой? Да ладно, не валяйте дурака. Я хочу видеть артиста. Не лично. Не горячись. Не горячись, дорогой. Все хотят его видеть лично, но пока еще никто не видел. Ну, 300 000 и билет на самолет. Да, дорогой? Нет, дорогой. Почему, дорогой? Я не могу уехать, не попрощавшись с артистом. Невежливо, понимаешь? Дорогой. Из нашего казино так просто не уходят. Запомни, сынок, главное в этом деле – ловкость рук и никакого мошенства. Туз. И в Африке туз. Из вашего казино? Ха, было ваше, будет наше. Thank you.
баптист. Я ничего не понимаю. Он обчистил нас, как младенцев. Он видит карты насквозь. Он взял на всех рулетках подряд. Шарик слушается его, как дрессированный. Все наши автоматы до последнего цента! Если он возьмет главный проискалец счастья, мы разорены! Что делать? Если он возьмет главный приз, тогда вы знаете, что делать, мерзавцы! Господин Соколов, как прикажете распоряжаться доходами вашего казино? Приобретайте одноразовые шприцы. На все суммы? На все. И отправляйте их в Одессу. Знаменитый Арбат. Остров, так сказать, свободы творчества и предпринимательства. Здесь каждый найдет для себя все, что угодно для души. Да, но учтите, эти, понимаете ли, работники искусств предпочитают доллары. Какой нынче курс на черном рынке? 1 к 120 000, генерал. Так вот, за 1 рубль дают 120 долларов. Ну что ж, друзья, пожалуйста, прошу, у вас есть полчаса. Один полный, два пустых, да? Покрутил, погадал, думал, шарик угадал. Посмотрел, посмотрел, да? За хорошее зрение 100 рублей премия, да? Где у нас шарик находится сейчас? Вот здесь. Опять проиграл? Ну что, все? Все, все, все. А где же шеф? Где шеф? Шеф, видел? За хорошее зрение 100 рублей премия. Кеш! Опять проиграл. Давай на шапку. Джек, давай. Джек, мы увлеклись. Пойдем, пойдем отсюда, Джек. Я должен поймать этот чертов шарик. Да какой шарик? Это все липа, жульничество. Какое жульничество? Не хочешь играть, отойди, да? Минуточку, Джек. Прекратить. Лейтенант Цыганенок, немедленно вернуть нашему гостю проигранное. Есть, товарищ генерал. Лейтенант Цыганенок. Лейтенант Цыганенок. Свободная независимая пресса. Последние новости. Понимаете ли? Суперагент КГБ Федор Соколов нанес удар русской мафии в Америке. Банкротство казино. 3 группы мафиози. Покупайте газету.
Последние новости! Как говорится, русский пословец, ваш поспел везде пострел, а? Примите поздравления, сэр. Почему желтая пресса узнает все раньше нас? Так ведь рыночная экономика, товарищ генерал. Кто платит больше, тот, соответственно, узнает раньше. Сокол Орлов! То есть я хотел сказать Орел Соколов, Орел! Но это пока не главное. Главное, понимаете ли, артист. Я очень огорчен. Что же это такое, дорогие товарищи? Да, дела. Жалко Цуладзе. Цуладзе наградить посмертно. Меня, кстати, тоже. Мы потеряли казино. Терпение лопнуло, нам пора... Сдаться. Нет, есть другое предложение. Не сдаваться. Раз агента КГБ не удалось купить, есть предложение его убить. То есть уничтожить физически. Правильно! Ну, пожалуйста, куда ему дорога? Кончать его! Уничтожите всего делового. Да. Действуйте, товарищ Кравчук. Желаю удачи в вашем благородном деле. Вашим общим поздравлением агенту КГБ по случаю первой победы над русской мафией присоединяется очаровательная Маша Звездная. Слушайте все! Это мой лучший друг! Что вы хлопаете? Вы же всегда были против КГБ. А я всегда был против. Там я против КГБ, а здесь я против ЦРУ. Я и вправду не знала, что любовь как угар. Но не зря мне цыганка нагадала удар. Какая женщина! Я смотрю, ты нашел здесь свою любовь. У разведчика не может быть любви. Ах, любовь не любовь, лишь бы жена была хорошая. У разведчика не может быть жены. Кто вам сказал этих глупостей? Полковник Петренко. Он никогда не женился. Сколько об этом не просили его дети. Что вы говорите? Вот. Ну, сейчас крыльбок. Что смогло притвориться соловьем вороньем, что мне столько приснилось все. Куда? Куда? Иди сюда. Ну, исчез. Да вы что, дядя Миша? И сегодня они не разбавили водку. Кат всегда готов. Пожалуйста. Толкай! Thank you.
Алло, артист! Артист! Первый вариант лопнул. Есть жертвы. Насрулаев и Кац погибли при исполнении. Кац только контужен. К черту Каца! Переходи ко второму варианту! Слушаюсь! Кадряну! Действуй! Пошел! Ага, есть! Вас понял! Ну, ребята, смятку его! В лепешку! Отвечаю за вашу безопасность. Но я же не умею плавать! Так. Что за шуточки? Да нет, я серьезно. Так, ладно. Послезавтра прибывает шейх. Операция будет сложной. А, ерунда. У меня все продумано. Этот шейх – большой бабник. Как вы? Yes. Так. Так. О. Катер заберет нас только в полночь. Надо ждать. А пока высушим одежду. Вот, кстати, эта лодка очень подойдет нам для костра. Так, помогите. Ага. О, и топор есть. Сейчас мы ее порубим. Зажигалка в моей сумке. Я люблю смотреть на огонь. В этом есть что-то первобытное. Да, да. Наверное, вот так же сидели у костра наши древние предки. Пели песни. Да нет, они жарили добытого мамонта. Как
пахнет шашлычком. Артист, дайте мне последний шанс. Я этого агента в гроб, в могилу, в преисподнюю закопаю. Это я тебя закопаю! Я вас всех закопаю! Как проклятый капитализм! Болваны, слабаки, педерасы! Один агент и столько наших трупов! Кат всегда предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться, предлагал сдаться. Некогда сдаваться! Завтра прибывает шейх! И если уж вы тут проявите гуманизм, я вам покажу кузькину мать! Клянусь, насчет шейха все будет окей, артист! А это что это ты такое? Черноухий, а? Это что за абстракционизм? Артист, разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься? Пришлось у одного негра взять орган для пересадки. Вот, товарищ Кац, это яркий пример дружбы между народов. Предлагаю отдать с товарищем неграм всесоюзную здравницу Крым. Красавец мужчина. Берегитесь, Мэри, как бы он не уволок вас в свой гарем. Что за шуточки? К делу. Этот передатчик подает непрерывный сигнал. Спрячьте. А мой приемник запеленгует вас в любом месте. В полночь, если вы вдруг не появитесь, я начну действовать в одиночку. Вряд ли вам это придется. Главное, сейчас все сработать четко по моему плану. Операцию начнем в лифте. Вы заманите его, ну а дальше дело техники. У меня все готово. Но это большой риск. Но это мой метод. Ловля на живца. Приехал, голубчик. Выходи по одному, Зухря, Туриза, Фатима, Ализа, Абинада, Гриева. Кущи, Кущи, мой дорогой хороший. Кушхара, Нурбика, Кючхара. Стоп! Встретимся завтра. Встретимся вечером. Сейчас. Тихо, шейх. Все будет окей. Спокойно! Я с вами!
Все, устал. О, хочу спать. Все свободны. О, Луналик, неужели вы перед сном не пожелаете доброй ночи? Вас мы обожаем, верблюд. Ах, да, непременно. Кушай, кушай, мой хороший. Слушай, почему не кушаешь? Солнце подобное, что с ним? Что с вашим верблюдом? А? Ничего, ничего. Это у него акклиматизация. Фу, твою мать! О, вы говорите по-русски? Я владею русским в совершенстве. После Оксфорда я учился в одесском кораблестроительном. Зачем? Верблюды, корабли пустыни. Оденьтесь. Ладно, хватит болтать. Зачем вы меня похитили? Все довольно просто. Мы похитили вас, чтобы не перехватили другие и не потребовали выкуп $1 миллиард. О, мать твою! Да, вы прекрасно говорите по-русски. А что, ваша повязка ранения в битве за независимость вашей страны? Да нет, это я лечил ячмень в институте Филатова, там же в Одессе. Но даже одним глазом я вижу, что мы можем выпить за Одессу. Да-да, конечно, прошу. Эх, Одесса, мама. Я вам скажу, как родной. Оксфорд, это фуфло. Чё тельмени паршивы? Ваше здоровье. Все. Спасибо. Как? Разве вы не выберете на ночь свою любимую жена? На сегодня я доверяю выбор тебе. Вот, может быть, ясноглазая Фатима. Давай, Фатиму, и спать. Фатима! Молодец, Фатима. Хорошо. Иди. Хотя нет, погоди. Погоди, Фатима. О, какая у тебя Фатима. Вай-вай, минуточку. Сейчас, Фатима. Сейчас мы с тобой тяпнем. Водочки. По-нашему, по-арабски. Ты что, Фатима? Обалдела? Мэри? Зачем вы здесь? Ну как же, я отвечаю за вашу безопасность. Это то, что вы всегда называли ловлей на живца. Прекратите! Где шейх? Где надо. И, между прочим, он ведет себя приличнее вас. Черт побери! Ну я же должен соблюдать достоверность! О, и вам это блестяще удается. Фатима, какая у тебя Фатима! Что вы делаете? Вы с ума сошли? Тихо! Похищение! Помалу! В чем дело? Кто вы такие? Вай-вай! Стоп!
Отчепляйся! Клянусь Аллахом, это международный терроризм! Я буду жаловаться вон! Успокойтесь, шейк. Не надо никуда жаловаться. Давай миллиард и свободен. Я буду вести переговоры только с вашим шейхом. У нас шейха нету, у нас же демократия. Ну тогда с президентом, боссом, шефом, как там у вас его? В общем, я буду разговаривать с пастухом, а не с его безмозглым бараном. Что? Это я баран? Ах ты, козел вонючий! Сам ты козел! А я говорю, что козел ты! Что это? Агент КГБ, Федя, попался, гад. Где шейх? Последний раз спрашиваю, где шейх? А я последний раз спрашиваю, где артист? Кунай! Пей, пей, гаденыш. О, ты что, все выпил? Прекрати! Заткните его! Заткните его! Ну я тебя сейчас зажарю, как кабана! Так. Мой костер туманится ветер. Искры гаснут на лету. Что, припекает? Ночью нас никто не встретит. Где шейх? А где артист? Ты что, стальной? Да что я? Вот полковника Петренко однажды посадили на кол. Враги. И ничего. С тех пор только выправка. Строже. А мы простимся на мосту. Что, не фурычит? Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение. Эй, солист! Сейчас тебе будет дуэт! Голова! Дядя Миша! Он меня ударил по голове! Дядя Миша! За что они вас? За шейха! Вы подумайте, где я и где шейх? Так они говорят, ты на весь ресторан кричал, что вы с этим Федей друзья. Ах, зачем я кричал на свою голову? Слушайте, или мы все-таки друзья? Друзья, конечно, а так друзья. Они говорят, раз вы друзья, значит, и ты должен знать, где шейх. Но я же ничего не знаю. А вы знаете? Да я-то знаю. Я вас умоляю. Скажите вы им, где этот паршивый шейх, а иначе они нас растерзают, нас. Я к этому готов. Ну, я-то не готов. Ну, надеюсь, на вас-то у них не хватит подлости. Не надейтесь! Они уже взяли Машу. Маша? Да-да-да-да, они уже ее пытают. О, изверги. Так мучить нервную девочку. Мерзавцы! Подонки! Скоты, откройся! Но передай артисту, я отдам шейха. Артист! Федя просил передать, что он отдаст вам шейха. Идиот! Дебил! Дегенерат! Сучий потрох! Вы выражаетесь как босяк. Артист. Да. Я артист. Я приехал сюда не за паршивой колбасой и джинсами.
Я приехал за высоким искусством. Что мне давали играть эти жалкие бездари, режиссеры в Одессе? Кушать подано! А здесь, о, здесь я создал свой театр. Здесь мой талант творит королей безумцев, гениев и негодяев. Вот негодяи вам удаются особенно блистательно. Браво! От благодарных зрителей примите. Сынок. Козел! Ну что, вспомнил, где шейх? Да нет, что-то с памяти моей стало, дядя Миша. Или как вас теперь называть, господин артист? Молчи, несчастный! Как говорили древние, ars longa vita brevis, что в переводе означает «жизнь коротка». Искусство вечно. Ну, браво, браво. Извини, что не аплодирую, руки заняты. Значит так, чтобы освежить память насчет шейха, у тебя осталось минут 30. Ага. Уложишься, Кравчук? Ха, 30. Да я его за 15 замурую. Идиот! Ну, вспомнил? Давай. Секунд, где шейх? Где, где? В Караганде. Ой! Кончай его, идиот! Ну что, добрая работа? Какой к черту добрая, болван? Смотри! Москва, Москва, я Брайтон Бич. Прибыли на место завершения операции. Ждем дальнейших событий.
А я тебе говорю, Степа, у них любовь. Да брось ты, Джек, какая любовь? Я отлично знаю Федора. Это достойный ученик полковника Петренко. А Мэри моя лучший ученик. Товарищ генерал, наши агенты вышли на оперативный простор и преследуют противника. Может быть, вызвать подкрепление? Еще рано. Может быть, вызвать подкрепление? Еще рано. Давай. Маша, передайте это полковнику Петренко. Скажите, если я погибну, пусть считает меня коммунистом. А если погибнут они? Тогда пусть их считают коммунистами. Кравчук, трави! Сейчас отбросят лапки, как тараканы! Москва! Москва! Противник применил химическое оружие массового уничтожения! Может быть, все-таки вызвать подкрепление? Уже поздно. Прощай, любимая. Прощай, любимый. Кравчук, дай я тебя поцелую. Вот тебе, Джек, и вся любовь. Говорил. Да. Любовь побеждает смерть. Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Ну, Джек! Победа! Виктория! Служу Советскому Союзу. Однако, Степа, да? Это не все. У них любовь. Я выиграл. Я бы хотел получить выигрыш. А, прошу, прошу, Джек. Войдите.
Добрый вечер, господин президент. Правда, меня уже информировали компетентные органы, что у вас пока еще доброе утро. Но я уверен, это единственное разногласие между нашими странами. Я тоже в этом убежден. С последней проблемой этой русской мафии уже покончено. Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус. До завтра на Гавайях. До завтра. Надеюсь, теперь нам никто не помешает. Я дико извиняюсь, но можете быть спокойны, господа президенты. Вам таки да, никто не помешает. Наоборот, чтобы вы у нас здоровенькие были. Кто это? Ой, вы меня не узнали. Это же я, Рабинович, из русской мафии. Послушайте, мистер Рабинович. Да вы беседуете, беседуете. Ой, нет, я извиняюсь, но я вас отключаю. У меня по-срочному Одесса. Hello, Америка, с другого берега. Ты, Райан, кажешься и выглядишь окей. Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет вовсе никакой. Рай земной козел какой-то выдумал, здесь и там один и тот же бал. Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал, ну а кто-то что-то прогадал. Hello, Америка! С другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Пусть от Брайтон-Бич до Дерибасовской по небу летают корабли. Между Брайтон-Бич и Дерибасовской годы непростые пролегли. Тяжело здесь или замечательно? В детство ты билетик не возьмешь. Ставит жизнь диагноз окончательный, и к врачу другому не пойдешь. Брайтон-Бич до Дерибасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерибасовской разницы, конечно, никакой. Ни себя, ни вас дурить не стану я. Где и что ты не предпринимай. Жизнь, она повсюду та же самая. Дни свои прокашлял и гудбай. Hello, Америка! С другого берега, ты раем кажешься и выглядишь окей. Hello, Америка! С другого берега, ты раем кажешься и выглядишь окей.